Но если найдено лекарство, это прекрасно от рака, если оно есть. Но у меня отношение вообще, знаете, к болезням, оно немножко другого характера. Оно связано, скорее всего, больше с душой, с тем, что происходит с тобой, и то, что ты делал по жизни. Поэтому к нам приходят эти болезни. Я немножко отношусь к этому эзотерически. Я считаю, что, прежде всего, человек должен быть своим чистой душой, своими помыслами. Тогда болезни, ну, будут отходить по мере, как бы, своих возможностей, по мере проявления себя самого в этой жизни.